захотелось, сколько минут, 20, наверное, прошло, вот это захотелось снять вот. Лётка с двух семей летит в одну. Давайте дойду сейчас до отводков, покажу. Отводки тоже глянул по-быстренькому. Отводки, ну, замечательные. Давайте даже тут у меня что, ушла пчела, нет? Ну да, в принципе, здесь молодая практически ушла. Отводки у меня будут строить вощину. Отводки у меня, хотя вощины у меня уже и нету, там рамок 7, наверное, осталось. Но тут, может, рамки 3-4. Вот отводки. Так, по-быстренькому скомплектовал. Конечно, возиться буду чуть-чуть дольше, попозже. Лётка еще летит сюда. Вот. Ну, здесь вот такой вот... Ну, я перебрал, там есть пчела внизу. Думаю, что корпус ей как раз, чтобы развиться до зимы. И этот, ну, этот, я не знаю, посильнее, не посильнее. Нет, наверное, я их так поставил. Здесь много молодой пчелы. Вот. Там внутри есть рамочки, на рамочках надстроенных сидят. Ну что у нас тут, расплодик есть. Вот. Короче, все у нас тут есть. Осталось только вырастить их до зимы. Ну, до зимы они... Будет полноценная семья. Я думаю, что в августе тут будет рамок 6 расплода. Ну, ребят, еще мне тут, конечно, ученица подсказала. Не подсказала, идею высказала. Такую интересную. Чтобы через 3 дня Лётка забывает свое место. Красота какая. Лётка забывает свое место. И через 3 дня тут, через 3, через 5 дней тут пчелки подзапечатают расплод, уже все. И еще раз перенести их к тому месту и еще раз отдать Лётку. Вот кто как думает, сработает это, не сработает. Смотрите, какая красота. Вот так вот делаются медовички. Конечно, я его еще разберу потом, чуть попозже. Сейчас она слетится, вся устаканится здесь пчела. Я переберу. Еще разок магазины вот сниму, наверное, поставлю корпус. Корпус и в промежутке, наверное, магазин поставлю ей. Вот. И тогда я думаю, что, ну, не знаю, как Бог даст. Посмотрим по взятку. Так что пчелки летят. Дай Бог всем удачного года. Всего доброго.